Осталось сделать фонари, я так понимаю, да, у нас это фонари, сколько времени занимает? Фонари, видео на людей, не пускай. К концу следующей недели мы... То есть к концу следующей недели можно уже будет и вечернее время здесь спокойно гулять. А видеонаблюдение нам позволит смотреть здесь за безопасностью. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал обновленный парк Победы в Больших Веземах. Строительные работы здесь велись в течение 3 месяцев. Сейчас уже идет завершающий этап благоустройства. В ходе реконструкции парка было сделано комплексное благоустройство. Замена дорожно-тропиночной сети, потом габионные конструкции были сделаны, восстановление памятника, вокруг памятника тоже благоустройство. Привезли новые МАФ и поставили детскую игровую площадку. Местные жители довольны новым парком. Здесь много скамеек, где под пение птиц можно насладиться чтением книг. А для малышей появилась детская площадка, которой раньше не было. Помимо этого, жители обратились к главе округа с просьбой установить в парке памятные стенды с именами и фотографиями тех, кто жил в Больших Веземах и воевал за Родину. Мы такую конструкцию памятник Чернобыльцам делали, там есть постоянные стенды, и вот же подрядчик разрабатывал дело. Да. В принципе, все есть, конструкция есть, их надо закупить и поставить. Сможете сделать? Да. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».